Здравствуйте, друзья мои! Я рад, опять же, нашей встрече. И встреча, как в последнее время вошло уже в традицию, мы проводим в моем кабинете, который временно к тому же был переоборудован еще и под спальню мою. То есть сейчас сочетает это мое помещение в срубе и как кабинет, и как спальня. Уютно, хорошо. Никогда не думал, что оно еще, это помещение мне пригодится еще в этом качестве, в качестве спальни. Вот, сегодня я хочу поговорить о теме, которую я анонсировал в прошлом видеоролике. Это о ушу, о китайском ушу, и в частности о шаолинском ушу. Ну, помните, я говорил в предыдущем ролике, что в Китае они не употребляют слово кунг-фу, которое больше нам близко по слуху европейской части планеты. А правильнее это будет ушу. Вот я сегодня попробую раскрыть вам некоторые тонкости, опять-таки, на таком поверхностном уровне, о техниках шаолинского ушу по развитию силы. И хочу отметить сразу, что когда я говорю силу, я подразумеваю не узкое понятие, как вот присуще опять-таки нашему западному миру, сила в понятии там возможности поднимания тяжестей, преодоления каких-то физических усилий, вот узкоспециализированных и так далее. Нет, восточная интерпретация это подразумевает очень глубокое и комплексное понятие, потому что слово сила вкладывается не только физическая сила тела, мышц, сухожилий, связок, но и силу психологическую, силу психики и духовную силу, и знание, мудрость, опыт. Очень такой большой, понятие обширное подразумевается под словом сила. Ну, сейчас мы, конечно, разберем такой самый поверхностный слой. Это развитие мышц и сухожилий. Именно по старым древним методикам, в частности, шаолинского ушу. Есть очень много специфических моментов. Оно очень сильно отличается от западных методов. Хотя все западные практики на протяжении многих веков, которые развились опять-таки на постсоветском пространстве, ну это так говоря современным языком, в Азии, в Европе, в Америке, это все является отголосками тех древних практик. Начиная от вольных упражнений, заканчивая тренингом, тяжестями, гимнастическими упражнениями и так далее. Все это отголоски тех древнейших практик.
И поэтому разница, конечно, есть. Есть не только в физическом плане, но и в подходе со стороны сбоку психологического. Сам подход к выполнению упражнения совершенно другой. Вот механика, биомеханика может не отличаться. Вот западная, восточная. Но опять-таки повторюсь, что это все скопировано с восточных этих. Но вот внутреннее наполнение, как я всегда подчеркиваю, это совершенно иное. 99% западных практик это не имеют под собой психологического насыщения, психологической нагрузки, ментальной нагрузки. Восточная на этом жиздится. Внешняя форма – это вторично. Почему такой подход? Ну, могу сказать так, опять-таки, очень кратко и поверхностно, еще раз повторюсь. Почему? Потому что вот такой подход, даже вот физическим упражнением, элементарным физическим упражнением, создает очень сильную базу для дальнейшего развития в духовном плане. Подготавливает, тело подготавливает, психику подготавливает. Подготавливает восприятию и дальнейшей интерпретации понятий взглядов на жизнь в целом в совершенно ином ракурсе, в том, который вот предполагается, чтобы адепт развился. Предположительно направление не только телесного, но и умственного и психического, психологического развития адепта. Поэтому вот такая методика с древних времен, отработанная веками, веками, тысячелетиями, где-то эмпирическим путем, где-то уже на базе аналитического какого-то материала. И вот на сегодняшний день мы, опять-таки, мы не имеем всю базу. Очень много материалов потеряно, рукописи потеряно, ну, людей, соответственно, тоже тех, которые владели какими-то вот первоначальными знаниями, естественно, их тоже нет, прошли уже сотни и сотни лет. Но, тем не менее, есть первоисточники в плане вот в рукописном, они очень тщательно сохраняются, хранятся, охраняются, можно даже так сказать, в различных монастырях восточных, где-то и в наших, и европейских церквях, и в тех же монастырях есть тоже рукописи, и материалами по восточным практикам, древним, так и по нашим западным есть. Есть их мало, и доступ к ним, конечно, строго ограничен. Есть вещи, которые невыгодно ни церковной власти, ни власти гражданской вот это выставлять на гора, и чтобы народ понимающий, народ способный проанализировать и как-то взять на вооружение, естественно, это невыгодно. Я уже неоднократно подчеркивал. Я, в принципе, и в книгах, и вот в таких монологах коротких всегда акцентрирую ваше внимание на то, что мы должны сами себя развивать. Никто не заинтересован в том, чтобы мы были умные, мы были здоровые, мы были порядочнее, и жили по правильным понятиям. Неважно это. Церковным понятием. Я имею в виду не вот это прощелыги, нынешняя церковь во главе с патриархами, а правильная. И не столько церковь вот в таком виде, формальном виде церквей, там куполов, крестов даже, а в первую очередь с религией, которая в душе. Душе настоящих верующих людей, верующих, а не вот эти культовые варианты и двойная игра, которая играют так, а живут совершенно по иным понятиям.
Ну, вы чуть-чуть отвлеклись от этого, но я к тому, что вот материалы имеются, и они есть. Они есть, хранятся и в монастырях, и в церквах, и в библиотеках самых различных, и в крупных, и мелких. И вот я сегодня коснусь немножко, мало коснусь нескольких таких методик. Обидно то, что я вот сейчас, вот уже порядка 10 лет, я не могу скомпоновать несколько моих книг. И в частности, вот у меня очень хороший обобщенный материал под таким рабочим названием «Восток-Запад. Пути пересечения истин». Очень хороший, на мой взгляд. Я обобщил очень много источников, переработал, как бы проанализировал, систематизировал. Очень многие соприкасающие есть моменты. И вот выложил в таком готовом, как бы в готовой программе, и как немножко духовного плана, ну, очень так скользко, и в большей мере вот развитие тела. Соответственно, как я говорю, от тела мы идем к духу. Без тела мы не разовьем дух. И да, разовить можно, но будет ущербно. Вот когда тело сильное, сильное не только вот в примитивном плане, что вы там бамбула, в общем плане, как я указался, сильные тела, сильные духа, сильные своей порядочностью, сильные правильным воспитанием, сильные своим отношением к этому миру, что мы, вот, миру, в котором мы живем и сосуществуем. Вот. Поэтому мы вот рассмотрим некоторые моменты такие. И на Востоке называют такие практики преобразованием мышц и сухожилий. Ну, это тот вариант, когда происходит метаморфоза. Метаморфоза телесная, пока, в первую очередь телесная. Мы учимся накапливать, развивать и дальше, опять-таки развивать силу мускульную и силу сухожилий. А методики, конечно, немножко разнятся от вот привычного нам вот западных практик. И вот по нескольким моментам я коснусь. Есть много источников, кстати, это как раз тот вариант, что особо не скрывается. Это не скрывается за последние вот 20 с лишним лет. Очень много и даже источников, которые переведены более-менее толково и адекватно. Из китайского, там, японского языка на русский язык, там, украинский и так далее, по вот таким практикам. Есть очень много книг, у меня в библиотеке очень тоже целые серии определенных авторов, которых я считаю более-менее адекватными и достаточно грамотными. Не могу сказать по вот внутренней, по их знаниям внутренней работы, но по вот метаморфозам, по изменению мышц и сухожилий есть достаточно грамотные. Но это в основном я вот подразделяю их под формой жесткого цигуна. Ну, жесткий цигун это в большей мере это боевой цигун, который реально и преобразует наши физические возможности и как в динамическом режиме, и как и в статическом режиме. Плюс гибкость, растяжка и, опять-таки, сопровождаемая визуализацией и внутренним наполнением определенной наполнением определенного смысла. Ну вот это одна из отличительных черт, как я повторяю всегда, восточных практик. Мы рассмотрим, друзья мои, два упражнения. Два упражнения из таких вот позиционных, в позиционном плане. И, скорее всего, я не покажу их. Я обычно всегда показываю все, что я делаю, я непосредственно демонстрирую. Но сейчас я их не покажу, потому что ноги мои еще немножко не в полной амплитуде работают, вот даже вот в определенных приседах. Это будет не то, что коряво, но... Не тот вид будет. Я попробую найти фотографии старых, вот как в прошлом этом
в прошлом видеоматериале, вот это архивные мои десятилетней давности почти. И видеоматериалы, и фотоматериалы я попробовал найти и просто прокомментирую. Я думаю, мне будет простительно это, хотя я стараюсь всегда. Что касается гимнастики, что касается работы с отягощением, что касается снарядной работы по макевару и так далее, я стараюсь делать сам в любом состоянии, даже с травмами, с разбитыми кулаками, и тем не менее, я делаю сам. Ну, сейчас я не хочу, потому что, ну, во-первых, немножко больно ногам, и ну, не будет качественно. Поэтому будут фотографии и комментарии. Параллельно будут идти комментарии. И рассмотрю я два предложения, два упражнения. Это стойка всадника. Она знакома очень многим. Очень многим. И моя любимая стойка, и глубокая, и низкая. Это мое. Я очень люблю в любое свободное время. Вот я всегда вот становлюсь как минимум от 2 до 5 минут, а если серьезная, это как попутная тренировка, а если идет серьезная тренировка, то минимум 10 минут. Это прекрасное упражнение, очень, ну, в силовом плане, вот, для развития силы. И есть заблуждение, что вот эта статическая поза, она закрепощает мышцы, ни в коем случае. Хорошая растяжка, хороший массаж, оно дает такую силу, гибкую силу, многофункциональную силу, что равных нету предложений. Как, допустим, стояние столбом, это более оздоровительная и духовная практика упражнения. А вот стойка всадника, и сейчас второе упражнение рассмотрим, это как раз упражнение для огромного развития силы. Я почему это говорю? Потому что ну, у меня в окружении очень много спортсменов, причем уровня достаточно серьезных, минимум мастеров спорта, и дальше и чемпионы Европы, и чемпионы мира. Ну, в основном это боксеры и борцы. Борцы разного плана. Вольная борьба, классика, дзюдо, самбо. Ну, боксеры, понятно, боксеры. Вот. И многие из них, ну, и моего возраста уже не то что ветераны, а супер ветераны, и помоложе ребята, которые с нами вот иной раз, и ну, сейчас нет, а вот еще год, даже полтора назад, вот мы неделю как минимум раз, а так по два раза в неделю мы собирались и парились в нашем комплексе спортивном, и заодно там шикарные два зала, и там занимались таким в большей мере рукопашные. И были станки, кто-то там и штангу тягал, но у нас был огромный мат, там ну, квадратов, я не знаю, 50, и там отрабатывалось все. И рукопашка, и чистая борьба. Я к чему говорю, что вот я всегда вот позанимался, поразмялся, и вот встал в стойку, позу всадника там где-то в углу, чтобы не мешать, и вот стою. Медитирую это, мог и по полчаса стоять. Ну и ребята знали эту мою, так сказать, мульку. Вот. И ну, для кого-то, кто первый раз, как бы диковинно, вот пошел и стоит человек. Ну, мои все знали. Так вот, я вот это упражнение, этим упражнением я тестировал очень многих. Серьезных, хороших спортсменов. С хорошей функционалкой еще, вот где-то вот 30-35 лет, уже ладно, моих годов там за 50, ну, сложновато было, конечно, уже не те связки, не те сухожилия, сложно, глубокий присест сесть, тем более, если уже лишний вес, мощные ноги. Так вот, я предлагал ребятам, даже действующим, еще действующим, в основном борцам, вот так встать в стойку, глубокую стойку, ну, хотя бы 2 минуты. Так я вам скажу, вот хорошее, качественно вот простоять, далеко не каждый мог хотя бы 2 минуты стоять. Не говоря о 5, 10, там, 20 минут. О чем это говорит? Что ребята очень функционально крепкие, физически очень крепкие. Опять-таки те же борцы,
дедо, вот класс. И опять-таки вот это вот подтверждение было моих слов. Я всегда вот приходил к выводу, что я на правильном пути всегда был, и я вот с юношеских лет вот эти упражнения культивировал, и вот по сей день я, вот сейчас ножки чуть-чуть выровняются после болезни, и я обязательно, я начну, во-первых, практиковать, и я покажу, что все в силе. Это упражнение касаемо поза всадника. Второе упражнение, которое я хочу вам показать и раскрыть, опять-таки, основные детали, это золотой мост. Практически это тоже база позы всадника, только в классической позе всадника мы, ну сейчас не переставлять камеру, не вставать, мы руки вот держим в районе бедер, ноги как положено, глубокий присед, ручки вот так. Золотой мост. В золотом мосте мы руки выставляем вперед. И вот это палец указательный, он показывает вверх на небо. Вот полусогнутые остальные пальчики, большой палец вот так. Но это классический. Это положение вот кисти, это из мудры идет, определенный мудры. Это имеет большой смысл в духовном даже плане и медитативном плане. И вот золотому поза ног, это как поза всадника, а ручки вот в таком плане идет. И получается двойная нагрузка на ножки и на плечевой пояс. Ради эксперимента я потом покажу. У меня есть на канале упражнение по очистке комплекс Тары, даосский комплекс по очистке энергетических каналов. В свое время вот этот комплекс еще на видеокассете, это лет 25 назад, Согоян, очень хороший инструктор, он военнослужащий, полковник, по-моему, был. Он занимался этими практиками у себя в армии, ну, у себя в части, я так полагаю, солдатами, служащими, которым нравилось это дело. И вот он показывал этот комплекс, комплекс, жесткий комплекс по прочистке энергетических каналов. Я этот комплекс, по-моему, за Кавказье у какого-то вот пожилого мастера, пожилого в Грузии было, то практически на моей родине, на границе с Турцией, Ахалкалавский район, это высоко в горах. Вот он мне показывал почти такой же комплекс. Ему уже было лет, наверное, 66-68. Вот, я к чему это вспомнил, что вот там тоже вот 22, по-моему, а может 17, не помню, не вспомню сейчас упражнений. Вот как йога, статическая поза. Ну, в йоге я уже как-то говорил, что выстоял там в позе определенное время. Вышел с этой позы, расслабился, прогнал ментально накопившуюся энергию по определенным частям тела, циркуляцию возобновил, перешел в другую позу. Здесь же вот вы без перерыва переходите от позы к позе. Вот постоял, допустим, до двух минут так, сразу же плавненько перешел вот, допустим, в такую позу. Или в такую позу. И так 22, вот опять-таки не могу вспомнить точное количество, подряд выполняйте 20, допустим, поз без перерыва, мягко переходя из одной в другую и в каждой позе, оставаясь в статическом положении до 2 минут хотя бы. Так вот вы попробуйте хотя бы вот так ручки просто вот так выставите перед собой на уровне плеч. И постойте 2 минуты. Хотя бы 2 минуты. Вот просто вот это упражнение. Ну, 50% из вас, я думаю, что это смогут сделать. Но вы сразу почувствуете, вы в руках не держите ни даже микронной гантелики, ни гири, тем более ни штанги. Вот просто стоите, вот руки, свой вес ваших рук. Вот постойте, и вы почувствуете, какой эффект получается.
как наполняется, отяжелевают ваши руки, плечи, кисти, они набухают, они наполняют, усиливается кровоток. Мы стоим как бы расслабленно, но поза сама, все равно микронапряжение нарастает, а потом еще больше, серьезное напряжение нарастает. По мере того, как мы стоим, усиливается кровоток, наполняется кровью мышцы, сосуды. И вот на вот этой платформе, а это одна из ключевых основ восточных практик, древнейших, по развитию силы. И вот сила, наработанная такими практиками, оно имеет огромный, колоссальный потенциал. Я не говорю, что вот человек, который шикарно вот так выполняет все эти практики, он подойдет там к штанге и поднимет там очень впечатляющий вес. Нет, потому что это совершенно иное применение силы. Это совершенно разная программа. И по биомеханике, и по психологическим наработкам. Но потенциал все равно будет. И если вот этого переобразовать, преобразовать вот на поднятие такого адепта тяжестей, он буквально за месяц-полтора отработает вот эти мышечные рефлексы, все, рефлексы, и он покажет колоссальный результат. Вот это я иногда приводил примеры, когда вот выходит сухенький такой старичок, или такой, как и модно сейчас, некрасивое очень слово, ненавижу, это дрыщ. И вот когда такой дрыщ выходит и показывает такие чудеса по силе, я о драке вообще молчу, что вот там просто люди стоят в шоке. Вот по силе, да. Не говоря, вот выйти из рукопашный бой с такими ребятами. Они разорвут, просто разорвут, и оппонент даже не успеет там пару раз глазом моргнуть. Так что вот в этой и есть вот сила, вот внутренняя сила. Она внутренняя называется, потому что практика как бы недвижимая. В отличие от динамики и динамической работы, мы же видим, да, вот это вот внешняя работа. И восточные, они подразделяют внутреннее и внешнее. Внешнее это вот ближе к западному направлению, к которому мы привыкли. И знаем это вот на протяжении там, последних там, пару сотен лет. А внутренняя, она невидимая. Вот это уже вот, вот эти статические позы плюс ментальная медитация, визуализация там определенных установок, ну вот это уже серьезные. И вот это и дает в комплексе результат такой. Вот это чтобы вы знали. Ну это я очень коротко коснулся. Вот. Дай Бог, чтобы получилось у меня с книгой. Вот просто обидно, вот я как-то говорил, что вот сапожник без сапог. У меня дома вот дети мои. Они все айтишники, они все программисты. И вот, вот сколько я уже, ну не давлю, но так периодически закидываю, что, ребят, давайте хороший сайт сделайте, ну такой хотя бы средней руки. Вот простой, они говорят, не, пап, мы простой тебе не, мы хотим это, ну такой, чтобы солидный, серьезный на современном уровне. Я говорю, делайте, хорошо. Потому что вот канал на Ютубе, это очень хорошая, да, вещь, но то, что я вот, могу представить вот в печатном виде, в текстовом, вот те же книги, очерки, там какие-то размышления, вот те же вот книги, вот я, чтобы полную методику, я вот сейчас как бы не говорил, я же это говорю, ну как бы не без листа, без шпаргалок, я тем более сейчас немножко еще надо мозги собрать в кучу, я многое забываю упоминать или касаюсь так и больше воды получается, ну это понятно. Если бы я тексты заготавливал, я бы это как пулемет бы выдал бы очередь и все. Так я вот это вольная такая идет, поэтому и время занимает. И, ну это так, ну как беседа получается. Кому-то оно в кайф, кому-то нет. Ну, такое дело. Посмотрим.
А так вот я вот попробую вот еще вам два вот этих упражнения, которые выполняются в позе. Еще есть такое преобразование сухожилий и мышц. Горло чуть-чуть начало. Давайте о себе знать. Когда работают кисти и кулаки. Это тоже два таких комплекса, очень известных. Ну, известных более адептам единоборств. И опять-таки шаолинских. Я это тоже в фотографическом формате вам выдам, кому интересно. Можете попытаться. Есть литература, где вот представлены вот эти комплексы. Но ими надо заниматься. В любом случае, вы должны понимать для себя. Ни один учитель живой, в заочном формате, ни одни книги не позволят из вас делать мастера. Не то, что они вам дадут ущербные какие-то знания или багаж знаний. Нет. Просто надо работать. Если вы не найдете мотивации или если не в состоянии работать, не хватает там самодисциплины или здоровья, или просто желания, вы допустим, просто хотите ознакомиться теоретически там, с этим направлением, с тем или с другим. Это одно. Но чтобы овладеть практикой, практическими какими-то навыками, хотя бы базовыми, тут надо, необходимо, чтобы вы сами учились. Это тоже освоение, это как и наука. Как и любая дисциплина учебная. Надо учиться. Есть куча литературы, да, учебников, пособий, но если вы не будете их изучать, не будете учиться практическим навыкам, толку от этой бумажного текста никакого, да? Поэтому вы должны заниматься. Вот без этого никак. Поэтому я вот этот тоже вам дам материал. Ознакомьтесь, кому-то это просто будет интересно. Вы расширите немножко свой кругозор в этом направлении, а кто-то возьмет на вооружение. Особо там никаких нет ухищрений. Вы не нанесете себе травм, ни телесных, ни психических, я это всегда подчеркиваю. Но почувствуйте опять-таки вот принципы, как вот работают, как вы почувствуете. Вот элементарно, я сейчас уже напоследок, вот тоже в качестве примера, вот как я вот сказал, что ну, подержите вот так минуты две, да, и почувствуйте, как у вас дельтовидные мышцы, особенно передние пучки, там, косые мышцы, туловище, шея, начнет о себе сразу заявлять. И вот тоже упражнение по комплексы вот по преобразованию мышц сухожилий, кистевой вариант и кулачный. Вот опустите руки вот вдоль туловища, я думаю, фотографию видите, и попробуйте вот так вот кисти, не знаю, видно будет, не видно, вот так поднимать вверх под 90 градусов, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, и попробуйте 10, 20, 30 раз, 50 раз. И потом увидите, какое напряжение возникает в запястье, в предплечье. Элементарно, никаких эспандеров, никаких вот оттяжелителей в руках. Гантели, там, гриф и так далее. Просто прямая рука, опущенная вдоль тела. И вот так ее поднимаете на 90 градусов, опускаете, поднимаете, опускаете. Элементарно, просто, да, обезьяну можно научить, ребенка можно двух лет. Вот я вот внука натаскиваю на вот эти упражнения, и как минимум 50% он вот именно вот как вот, ну, видит и копирует. Ну, конечно, еще без понятий, но все равно он попутно развивает. Он просто вот ручки так делает, уже происходит развитие параллельно. Это попутная тренировка. То есть посмотрите этот комплекс и опять-таки посмотрите, какое идет напряжение. Даже вот реально.
реально спортсменам, даже спортсменам действующим, молодым ребятам, крепким, здоровым, сделайте 50 раз каждое вот это упражнение с комплекса, которое я вам предоставлю. И вот это вы будете вот так в процессе таких практик убеждаться, вот насколько вот есть простые, но глубинные вот рычаги развития. Это только тело, это на самом примитивном уровне. Я не говорю о преобразовании сознания, преобразовании внутренних каких-то ваших начал и дальнейшее развитие. Это уже как бы производное. Вот. Когда вот у вас пройдут преобразования телесные, вы заметите и изменения в сознании своем. Потому что, к большому, к сожалению, вот еще эту тему такую коротко затронул уже, длинный такой получается этот ролик, я попробую его максимально сконвектировать, чтобы меньше забирало это, ну, мощи. У всех есть безресурсный интернет, конечно. Ну, что делать? Поговорить-то хочется иногда. Вот. Да, о чем я? Вот, и вылетело с головы. Так вот, вот на днях очередной раз смотрел ролик этими ютубовскими там инструкторами, тренерами, кто почем, кто по единоборствам, кто там оздоровительные комплексы, кто там качи, мачи и так далее. Меня удивляет одно, вот я вот не мог, в детстве не мог, а сейчас тем более уже с высоты моих лет, вот как может человек, который якобы с их слов занимается чуть не десятилетиями, неважно чем, силовыми упражнениями или там практиками там различными йоговскими, цигун или единоборствами, как они на протяжении вот этих лет занятий не преобразовали свою психику, свою ментальность, свои понятия. Когда я смотрю, во-первых, они как выглядят петухи, вот я откровенно говорю, мне до одного места обидятся, не обидятся, потому что они и есть петухи. Я за свои слова отвечу везде, и я имею в определенной мере и право по любым понятиям. Масти не касались. Но они петухи. Как они себя выпячивают, как они хаят друг друга, что они самые крутые, блин, они самые умные, а все остальные так, полова какая-то, вражда какая-то, агрессия, грош цена, вот я авторитетно могу заявить, грош цена их знаниям, ну, в области то, что они презентуют, грош цена их годам тренировок. Это все ерунда. Если они вот на протяжении стольких лет, и причем они, некоторые из них уже в достаточном возрасте, не пацан 15, там 14 и 16 лет, где гормоны там выше крыши, там бурлят, там мозги собрать в кучу, сложно. Это все понятно, это временно пройдет, может быть. Иногда не проходит, но это уже беда. Так вот, удивитесь, что уже в этом возрасте они не дошли. И у них не преобразовалось мышление через физический тренинг. Значит, тренинг был неправильный. Это неправильный был тренинг. Однобокий, это так, если примитивно. Почему всегда при Советском Союзе вот этот спорт облагораживает, да? Всегда вот давали ребят, как вот, допустим, художественные какие-то школы, да, вот, в искусство, там, в изобразительное, и в спорт давали, чтобы, как, чтобы человек лучше стал, мальчик или девочка, превращались в лучшее существо, в лучшее создание. Вот это ж, они нам не объясняли, каким путем это происходит, но вот я вот сейчас вот
Вот пытаюсь чуть-чуть так примитивно раскрыть, что это вот когда начинают люди заниматься телом своим, возвращаясь к этой теме, то, что я вот начал, что я удивляюсь таких людей, когда они устраивают вот этот хаос в среде вот этого племени, ну, спортивного я не могу назвать, но оздоровительно-физкультурного движения, выпячивая себя, вот, поливая грязью всех остальных, и думая, что они боги были. Ну, вот это смотреть, ну, просто смешно. Вот. В нормальном обществе, вот если бы вот они рядом со мной бы находились, хоть со мной глазу на глаз, хоть среди людей, ну, их просто, ну, примитивно можно сразу надавать по ушам. Можно хорошенько отдубасить. Очень действенный прием. Опускает сразу. Ну или словами. Ну, словами не знаю. У меня, допустим, надолго не хватило. Потому что нельзя так себя вести, нельзя так жить. Вот поэтому вот мы занимаемся такими практиками. Мы пытаемся вот таким путем сделать себя лучше, богаче, богаче, и телесно, и духовно. Ну, наверное, я завершу этот немножко затянувшийся монолог. Ну, кому будет интересно, послушает, кому не будет интересно или не хватит ресурсов, не посмотрит. Ну, а практику, я думаю, практику стоит всем посмотреть, когда я представлю, вот, наверное, фото в формате фотографий, или там найду какие-то ролики старые, потому что я уже, еще раз повторюсь, я сейчас не в состоянии красиво вам показать, и напрягать тоже пока ножки не могу. Ну, паралич отступает, но не так быстро, как мне хочется. Вот я вот пытаюсь уже на машине там чуть-чуть ездить, ну, естественно, не по улицам. Мастерство, как говорится, не пропьешь, но еще вот вестибуляция где-то вот так пока подводит. Но в пределах разумного. Я думаю, половина как минимум тех оболтусов, которые катаются то ли поперек по нашим городам и весям, не намного лучше, чем я даже вот сейчас, после выхода с паралича. Ну, выхода еще относительно. Так что спасибо за внимание. И, как всегда, до новых встреч. Надеюсь, мне позволит и здоровье, и время. Рассказать, показать всегда у меня найдется. Ну, как у нас говорят в Одессе, мужчине всегда есть что сказать. И это правильно. До скорой встречи.